Dupstails. Привет, принцесса. Привет, кот. Чего грустим? Я приняла решение перестать. Что перестать? Преследовать Адриана. Кого? Адриана? Постой, я не понимаю, что ты имеешь в виду? А, да, я ведь тебе еще не говорила о нем. Я уже целый год влюблена в Адриана Агриста. О. Забавно, но все это время от него не было никакой реакции. А ты пыталась как-то намекнуть ему или признаться? Это было и так очевидно. Я всегда заикаюсь рядом с ним. А он все понимает, стоит и улыбается. Моя подруга знала тоже. Эй, Адриан, зацени! Вот! Понял! Это я дарю зонтик Маринет, потому что она хороший друг. Если бы не Маринет, я бы его прибила. Что? Маринет? Похоже, она выплакала все глаза. Она страдала все это время. Вау, да этот парень, я настоящий, стопроцентный тупица, идиот. Ты должна прекратить бегать за ним. Такие парни полные придурки. Возьми свои слова назад и не говори так, он не такой. Каким бы придурком он ни был, все равно он милый. Спасибо. А разве ты не должен извиниться? Точно, извини. Ничего не могу с собой поделать. Я влюбляюсь в него снова и снова. Держи себя в руках, Маринет! Мне нужно поговорить с ней. Привет, Мари! Привет, Лука! Ты выглядишь так, словно чем-то расстроена. Да вовсе нет. Прошу, скажи мне, что тебя беспокоит? Мне больно смотреть на твои страдания, но еще больнее, когда я не могу тебе помочь. Так вот, значит, как. Ага. Маринет, представь на секунду, что я кто-то другой. Лука! Ты что делаешь? А что ты делаешь? Из-за тебя она страдает. И ты решил воспользоваться этим и подкатить к ней? Прекратите оба! Прошу, хватит. Маринет! Ты всегда считал меня другом. Почему ты тогда так злишься на Луку?
Маринет, постой! Маринет, стой! Ты зачем поцеловал ее? Хотел помочь тебе решиться. Думал, ты наконец-то разберешься в своих чувствах к ней. Ясно. А может, мне просто хотелось поцеловать ее? Наверное, всего понемногу. Ну что со мной не так? Зачем мне надо было говорить Адриану такие обидные вещи? Зачем ему знать о моих страданиях? Но как он узнал? Я говорила о своих чувствах только коту и Луке. Сомневаюсь, что кот мог кому-то рассказать. А что если... Так, добавим это и получим любовное зелье. Черт, ты побрал эту брунью Лилу! Тогда почему ты так злишься на Луку? Я должен поговорить с ней. Вроде Маринет пошла туда. Может, у шкафчиков? Хоть бы она была там. Вот она. Маринет, постой. Мне нужно поговорить с тобой. Я... Тревога? Я проверю, есть ли здесь кто-то еще. Это может быть чья-то шутка. Не похоже на нападение Акумы. Но осторожность все же не помешает. Откуда идет этот запах? Лак, когти! Маринет! Маринет, ты меня напугала. А если бы ты пострадала? Я никогда бы не простил себе, что не мог спасти девушку, которую люблю. Глупый ты кот. Тики, давай. Миледи? Это правда ты? Я совсем не ожидал, что это будешь ты. Цвет волос, хвостики. И как же я раньше этого не замечал? Поверить не могу, что ты была рядом со мной все это время. Пойдем, котик. Нам еще школу спасать. Убей меня! Я видел слишком много. Может быть, мне не стоило этого делать. Я должен извиниться перед Адрианом и Мари. Но я никогда не забуду этот момент. Вот так вот резко автор решила закончить этот комикс. А мы отнесемся с уважением к ее решению. Тем более, что я подготовил для вас альтернативную версию событий, связанных с Лукой. Смотрим. Серьезно, Лука, прекрати меня преследовать. Тогда соглашайся на свидание со мной, иначе я никогда от тебя не отстану. Вызов принят. Ну, и почему ты остановился? Фотосет начнется ровно через час. Пожалуйста, будь вовремя. Адриан, пожалуйста, подожди. Знаю, тебе некогда, но я просто хотела спросить у тебя кое-что. Маринет, я сейчас говорю по телефону. Одну секунду, я хотела пригласить тебя на наше барбекю в субботу. У меня нет на это времени, ты такая назойливая, не лезь ко мне больше.
Никто не смеет заставлять тебя плакать. Маринет, ты в порядке? Думаю, да. Он же всемирно известная модель. Конечно, у него нет времени. О чем я только думала? Ты реально думаешь, что тебе нужны слюнтяи, которые будут грубить и разрушать твою жизнь? Ты заслуживаешь большего, Маринет. Поздравляю, Адриан. Ты только что потерял еще одного друга. Я знаю, Плак. И мне очень жаль ее. Тогда не прячься от всех. Так ты не решишь свои проблемы. Перестань относиться к своим друзьям так, как отец относится к тебе. Я такой придурок. Маринет не заслуживает этого. Я должен извиниться перед ней. Для этого никогда не... Только устроить срач в комментариях на тему, какой же шип все-таки круче. И помните, ваш любимый шип проиграет, если вы не поставите лайк под этот видосик. Спасибо, что смотрите, и не забудьте подписываться на канал, и до встречи!